перекрестке стоят что-то. Полицейские! Когда научитесь маяки включать, включите маяки, на перекрестке стоите. На перекрестке стоите, маяки включите. На перекрестке стоите, маяки, говорю, включите. Дисциплинарку третий раз получать. Что же вы такие? Не это самое. Тут дорога, нельзя переходить. Не умные, да, понятное дело. Я не собираюсь. Полицейский, обращение примите. Сотрудник полиции, мне помощь нужна. Игнорчик. Полицейский. Какой у него номер? Ну сейчас посмотрим. Как он должен стоять вообще справа? Не здесь, по правилам. А, 3-1-1-5-99. Ну понятно дело. Он еще обращение обязан принять, если что. Полицейский, обращение примите! Мне помощь нужна ваша! Полиция! Полиция! Обращение примите мое, пожалуйста! Помощь ваша нужна! Машина стоит, данная, с нарушением правил дорожного движения, пункта 12.4. Устраните нарушение, пожалуйста! Пост дислокации ПДД не отменяет. Ну, включите маяки 3.1, пункт выполните ПДД. Выполните, пожалуйста. Ради закона, которым вы служите. Очень! Еще пункт 5 статьи. Выполните закон о полиции, пожалуйста. Когда я к вам обратился, представиться, может, надо? Нет? Выполните пункт 5 статьи 5 Федерального закона о полиции. Пункт 5 статьи 5. Что у вас случилось? Уже ничего, устранили нарушение. Я к вам обратился, да, представиться еще надо будет. Я вам обращение. Я объясняю. Вы выполнили? 11.74. Дисциплинарное взыскание получите за такое поведение. До свидания. Больше не нарушайте.